Нет. Делайте, делайте, делайте. Делайте. Быстро? А что так быстро? Давай, забери его, четверо, четверо. Нет, нет, нет. Берите помощь, как раз. Маленькая ее. Ты уже выросла? Андрюха, бери Владимира, садитесь уже, берите, садитесь сюда. Так, положили скакалки. Положили. Быстро, быстро, а сюда. Пока вслух, вслух, да ты больная.
picioare trebuie. Олеся, мне что, наказывать надо?
Олеся, где ты должна сесть? А, я думала, надо сюда. Эй, боец! Да. Сюда, сюда. Вы сюда. И... Стоп! Стоп, не нажимай, не нажимай. Мне что, что, надо наказывать, что ли? Я нахожусь. Еще раз, вот ракетка. Вот один палец, второй. Вот, вот этими пальцами держим. Вот тут. Не так держим, а вот этими двумя. А это сбоку. Это так, это так. Так или так. Еще раз. А так удобно? Не так удобно, когда ты будешь играть в теннис, и иначе время будет сюда попадать. Удобно в туалет, ходите брюки не снимать. Стали. Пошли набираем. Нет, я сказал вот так. Берешь этот пальчик сбоку, вот здесь. Вот так? Да. Пошли. Пошли. Сейчас вы будете мне показывать, как вы набиваете. Нет, ну умеете. Не ходим, не ходим, стоим на месте. Скакалка показала, как вы прыгаете. Прыгаете хорошо, сил нет. Олеся, зачем надо было бить, если мяч далеко уходит? Возьми его, вставь. Сейчас. Встань на место. Пятрича. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Знаешь, как я вот сюда? Пришел. Но как ты хочешь? Вот мне девочка написала. Тебе вообще очень... Не очень нравилось, плохо мешает. Я просто не знаю ее. Ты кто мне... Я тебя прошу. Вот на месте. Кто для тебя? Я не знаю, что ты делаешь, что? Что раз ты делаешь? Смотри, этой стороной 40, этой стороной 40. Можно на секунду? Нет. Еще раз. Ожидаться, сели на колени. Ты стоишь так, ты закрываешь Жасмину. Так посередине. Еще раз, смотрите внимательно. Вы, девочки, должны уметь играть хорошо в волейбол, теннис настольный и шашки. Объясняю. Шашки как? Что, шашки? Нет, я не знаю. Ты бордишь. Знаешь, сколько лет на этой ракете? Сказать тебе? Она старше тебя. Вот ругаешь, чтобы ее с ней аккуратно работать. Видишь, выше будет. Но она старше тебя. Ей 4 лет. Боец, ты не ниндзя. Ты не ниндзя. Положили ракетки и мяч. Отпустите. Значит, еще раз, приехал дом отдыха на море, с друзьями пошли. Кто умеет в волейбол играть, кто играет в волейбол? Пацаны. И вы среди них. Мужики. А кто бегает, убирает этот, те, кто в волейбол играть не умеет? Теннис. Приехали, стали играть. Все хотят играть. Девочки, которые умеют играть в теннис. Все. Стоят в очереди. Или будешь сидеть на лавочке и там сигареты курить. Все, семечки грызть. То же самое с шашками. Умеешь играть в шашки, значит, молодому человеку, вот он тебе нравится, этот молодой парень, и ты раз выиграл одного в шашке, второго, и он тоже захочет поиграть. Значит, что? Выиграешь у него, он будет бегать за тобой, а ты скажи, не хочу с тобой играть. А он будет с тобой бегать и бегать. А так ты будешь ходить, сигареты курить. Еще раз показываю. Мяч должен вот, не выше. Не надо высоко, не надо низко. Положи ракетку. Дальше. Отсюда то же самое. Вы что делаете? Близко и вот здесь. Не надо ее поднимать. Она вот на уровне живота. Вот отсюда встали. Я своих детей заставлял 1000 раз делать. Только не такой ракеткой, а большой ракеткой. Спасибо большое. Я потом принесу большие ракетки для большого тенниса. Да. Еще раз, посмотрите. Вот. Видите? Вы что делаете? Вы начинаете вот сюда, вот здесь. Это первое. Второе. Вы сделали 100 раз.
И не надо меня спрашивать. Следующее упражнение. Не можете 100 раз? Не надо. Делайте 20 раз. Следующие 20 раз. Переверните ракетку. И отсюда 20 раз. Делайте. Следующие 20 раз. Поднимаете подрезочка. Следующие 20 раз с этой стороны. Следующие 20 раз. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. У меня что дочка, что сын 1000 раз делали. Да, заставлял. Зато потом, когда дочка выигрывала такой большой теннис, ну теннис такой пластмассовый, мягкий мячом. У моих пацанов, которые взрослые, мне приятно было, а они так бегали, ругались, потому что борцы не любят проигрывать. Вы поняли, как мы набиваем? Значит, набивайте так. Не можете 100 раз, набейте до вот здесь. До вот здесь. До вот здесь. Вот я в воскресенье играю в часик. Настольный теннис, весь мокрый. Сегодня вот надо посмотреть, хотели они тоже собраться. Встали. Пошли. Можно мяч? Пожалуйста. Так, и осталось минуты, я проверяю. Ладно, как я проверяю? Хорошо, что там был мягкий мяч. Стоп! Стоп, Матэ. Значит, тебе.
близко, вроде этот патрон посчитаться. Тебе три, тебе три. Ушли сели. Боец, боец, туда и туда. Вот посмотрим. Готовы? Хаджина, под сутовой. Маты, то, значит так, Григорий, тебе патру. Что? Иди сюда, тебя ударю. Ты пока не играть не умеешь, Тедич. И как у тебя? Дамян. Значит, Дамян, оп. Теперь вы подходите туда, ставите ракетку и мячик. Ставите ракетку и мячик. И разбираетесь. Три девочки здесь, три пейки, три пейки там, дой боец там. Да, пожалуйста. Да. Еще раз. Ну, я покупал по 10. Да. Ну, подари. Лицом ко мне. Честь. Значит так, чинч, луте, готовы? Да. Че? Уно, 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 дой, три, патру, чинч, спинаре. Адрина, почему болят? Мышцы растут. Так надо, чтобы болели. Спинаре, Адрина, спинаре, спинаре. Инвер, инвер. Итак, пресс. Чуть-чуть, пошли. Уно, дой, три, патру, чинь, встали. Ашизель, чуть-чуть, приготовились. Уно, дой, три, патру, чинь. Алисенька, ой, Беатрича, давай мы с тобой договоримся так. Ты делаешь красиво и очень резко. Хорошо? Алло. Чуть-чуть делай побыстрее. Бери на живот. Кто ты? Кто он ест? Кто он ест? Кто ты? Готовы? Дети, Оль. Отсюда. Уно. Дое. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шапка. У. Ноу. Георгий. Григорий. Ну так делай. Где делают? Здесь. Твои девочки делают ниже, чем ты. Ты же можешь сделать, я же видел, что ты можешь сделать. Давай. Давай. А мы посмотрим. Давай, ты чуть-чуть. Ниже, ну. Ложись, ложись, ложись. Ложись, ну, жжет. Давай. До конца ляж, потом встань. Ложись. Братан. Куни. Жжет, жжет. Вот, уну. Еще. Дой. Три, патру, молодец, чинь. Так, пресс, пресс, джоэ, десять, уно, дой, три, патру, чинь, шаса, шап, хо, богу, здесь, встали, качайте пресс, а то будет хуже, как у меня. Эй, да. Красиво делаем приседания. А что же? Для чего? Пошли. Уно, дой, три, патру, чинч, шаса, шапка, оп, ноу, зече. Понял аборт. Это на живот, правильно? Двери на живот. Понял аборт. Нет. По лбу не надо положить. А как лечь на живот? Кука-кулька тебе бьет. Кулька-кулька. 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 Кулька-кулька.
обеду пойду. Ну зачем? Я специально. Так скажи, не пускай, 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 пускай. Подожди. Я все сделаю. Ушли. Следующие девочки. Петя.
А, Жасмина, Аделина и Руслана. Зеро. Зеро. А как? Ты сколько раз сделала сверху снизу? Ноль. Олеся, ты слава? Да. Да, сверху, снизу? Да, и так раз, три раза, и так три раза. Ни разу не видел. Может быть, я прошляпил. Пожалуйста, сюда, сядь. Вперед, ковер, центр. Олеся, центр. Михаил, центр. Значит, может быть, я задание неправильно дал? Посмотри на меня, для встречи. Да. Один раз сверху, один раз снизу. Раз, 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 раз. Готовы? 30 раз. Пошли, пошли. Сверху, снизу, играем. Сверху, снизу, сверху, снизу. Играем, играем. Ну, давай, 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 еще, еще. Один раз, второй, третий. Или девочки не умеют волейбол играть. Ну, снизу, сверху, снизу, сверху, без перерыва. Так, стоп, мате. Так, зеро, зеро, зеро. Ушли. Пожалуйста, этот, боец, пожалуйста. Жопен лабалей, пас, суд, пас, жжет. Пас, суд, пас, жжет. Посутывай. Хочу. Снизу, сверху, снизу. Руслан, пожалуйста, встань, я посмотрю. Ну, 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 давай. Один раз вверх, один раз снизу. Один раз вверх, один раз снизу. Давай, давай, боец, давай. И нет, снизу, смотри, снизу, сверху, снизу, сверху. Смотри, ты за сторону. Ну. Ну. Мате, Руслана, уно, зеро, зеро, ушли. Я, да, я извиняюсь, зеро, да, зеро. Уно, да, уно. Значит, сейчас, я извиняюсь, сейчас все легли на живот. Раз, легли на живот, поняла, Бурка. Ой, этот кукатва. Девочка, туда. Поехали. Три камеры. Одна снимает этот ковер, одна этот ковер, одна этот. Поехали, сюда. Сюда. Двигайся! Так, оптой. Клотей. Трес. Ашузель. Нет, брук. Брук. Чинчой. Кто делал бэк? Значит, смотрите, отжимание, приседание, отжимание, пресс, приседание. Кто сделал пятое приседание, поднимает руку. Чинч, чинч, чинч. Готовы? Да. Хочу. Кто первый? Уно, двое, три, пат, чинч, пресс. Уно, двое, три, патру, чинч, отжимание. Уно, двое, три, патру, чинч. Хорошо. Аделина, еще три раза сделай. Нет, нет, нет. Детственный, о, детственный горшок ходила. Во, молодец. Смотри, легли на живот. Оп, той, приготовились. Внимание. Оп, той. Джуэ, уно. Уно, Олеся, двое. Три, извиняюсь, я здесь, пату. Чинч, шапка, шапка, оп, пресс, уно, дой, три, патру, чинч, шапка, шапка, оп, Матвей, встали, отсюда, пошли, уно, дой, три, патру, чинч, шапка, шапка, оп, Матвей, так, ушли, сели, оставили мячи, мячи оставили. Олеся, что ты мне сказки про кувырок рассказывала? Ой, не Олеся, извиняюсь, Беатрица. А? Сказочки. Понимаешь? Я бывший милиционер, я служу в армии. Два года.
Я обманщик, я все время обманываюсь. Я должен обманывать честно, чтобы вы поверили. Поверили. Замдиректора поверили, Зому Виктору поверили. Чтобы Ксения Александровна поверила. Чтобы Юрий Александрович, чтобы директор поверил. Чтобы жена поверила. Так надо врать. Честно надо врать. А ты, Ковров, скакалка прыгает. Голова не болит. Теннис играет, не болит. Волейбол не болит. Отжимается, не болит. Брёмс. Так, хорошо. Сейчас. Последнее упражнение. Правильно, Лиза. Молодец. Вот я вижу, ты готова. Еще раз. Зечевой стынга. Зечевой дрябки. Зечевой стынга дрябки. Стынга дрябки. И сюда. Хватит не 10 раз, а 5 раз. 5 раз. И отсюда правый, левую руку. Готовы? Да. Отсюда. Положи дальше ручка. Нет. Вы ко мне. Хорошо. А теперь смотрите. Тенниджа. Берем. Раз. И делаем круг. Один раз стрелка, один раз стрелка. Хорошо, молодцы. А сейчас, смотрите внимательно, цените. Михаил, идет с этого квадрата. Тот, с того квадрата сюда, потом обратно. То есть уму квадрат, то есть третий. Да не идем, потому что снимать. То есть вы идете движение. Раз. Правой, левой рукой. А жмем, смотри. Движение. Баскет. Моменте. Стоп, смотри, ставите сюда, право, слева, ты без ряточки, двое финал, ставите, а есть, где? Стоп, первый! Матеа, уже назад. Беатрича первая. Браво. Один балл. Стали сюда. Сейчас туда. Внимание. Приготовили. Стоп. Григорий. Один балл. Стали. Готовили. Гриша, вот здесь. Ближе. Отсюда. Есть! Стоп! Опять! Нет. Это у меня Григорий, да. Григорий, да? Григорий, дом. Приготовьте. Отсюда! Я. Есть. Олеся. Матея. Ставим сюда. Григорий. И Демьян. Стоп. Возьми, пожалуйста. Сложи вещи сюда. Нет? Да, пришел. Сейчас. Возьми у девочек вещи. Сейчас,
спине, остальные еще туда. Так, и здесь правильно строимся. Правильно? В одну шеренгу по росту. Считаю до пяти. Uno. Три. Патру. Чинч. Так. Расстояние. Где расстояние? Так. Теперь, Ксения, посмотрите, они по росту построились. Мне кажется, нет, вот они неправильно. Дерните их пару раз. Так. Здесь отжимаем. Ну, они тоже. Да. Можно поседать? И бой на посетить. Ой. Тайми. А можно? Четыре. Давай, приседание. Пять. Можно и приседание. Шесть. Силачи. Отжимаются. Слабаки приседают. И давайте. Такое. Давай. Качали ноги. Ну. Так, строимся нормально теперь. Стань до пути. Порос. До пятичная. Моно. Три. Патру. Чинч. А расстояние? Дистанция. Значит так. Я считаю до 20. Вы должны хорошо повесить все кимоно и построиться. До 20. На вешалку. Одно кимоно на вешалку. Если не хватает, подойдете ко мне. Хачера! Повесили на вешалку. Уно. Двое. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шапка. Ок. Ноу. Дечи. Успелич. Двое. Три. Построили. Патру. Чинч придечи. Шаса придечи. Шапка с придечи. Ок придечи. Ноу с придечи. Доузи. И опять здесь дистанция. Алинея. Дрек. Рейса сюда. Поздравляю тебя. Приз. Да, и обратно. Алинея. Дрек. Да, и дрек. Ты ее сейчас не пей воду, или это Беатриса, она старая уже. Аделина, все, мама.